Абцасы и кроссовки, вечерние сукенки и спортивные футболки. У Гомеле на выходных прошло невероятное по видовищности шоу «Супермоделька-2020». Местом проведения первого открытого областного конкурса модельного мастерства был обран громадско-культурный центр. Марина Северьянова погутарила с организаторами и удельниками. Сцены и закулисья небыто два разные сусветы. Подиум – это абсолютная сконцентрованность и докладность руха у позерку, навод поворота у головы. По той бок – хвалявание, спешка, бясконцы полтора проходок и музычных номеров. Ворох сукенок, горы косметики, опошние штрихи, да и так, сдается, идеальных в образов. До выхода ведущего на сцену и обвешения початку шоу – 15 хвилин. Я очень сильно волнуюсь, я хочу очень сильно победить. Мне очень прям хочется. Волнуешься? Да, очень. Это что самое сложное? Вечернее платье. Я могу запутаться. Наверное, самое сложное – это пройти на каблуке и не потерять равновесие. Да. Главное – улыбаться. Но ты каждый конкурс, он очень волнительный, поэтому, да, волнение присутствует. Да, да. Переживаешь очень. Я такая всегда напряги, выхожу на сцену, расслабляюсь, спокойно. А потом выхожу, и сразу у меня паника, что я там делала, как и там. Как во сне, да, все проходит? Да. А для вас? Ну, самое сложное – это выйти на сцену, так как перед этим ты волнуешься, а потом, когда выходишь, ты просто в трансе. Все делаешь, все на автомате происходит. До старту 5 хвилин. Жюри займает свое место на супрать подиума. У центра судейского стола профессийная модель минчанка Анастасия Чучупалова. Она кажет, что вельми складано оценивать самых маленьких удельников. Они непосредные, харизматичные. Перемогу хочется дать усим. С больше старейшими все простей. Подростков я уже буду более жестче, потому что это уже более высокий уровень, все-таки более взрослые. И старт. Видовищный, атмосферный початок первого в Беларуси шоу такого кшталту. Конкурс организовали Головное управление идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского обвыконкама и Центр моды и прихожости «Хрустальная нимфа». У ему дельничали каля сотни хлопчиков и девчонок с больше десятка модельных агентств Беларуси. Узрост моделю от 5 до 15. Сегодня есть возможность у 11 модельных агентств нашей страны доказать всем, что они самые лучшие. Рассказать всем, чему они научили своих деток. Насколько они профессионально работают на подиуме. То есть вот такой большой, красивый экзамен. По завершении первого дефиле снова зазернули за кулисы. Потекавиться настроем моделю. Прекрасно. Как первый выход? Нормально. А у тебя? Все прекрасно. Мне очень понравилось. А тебе? Очень хорошо. Мне очень понравилось. Ну, мне понравилось. А тебе? Ну, страшно было. Страшно? Да. Мне очень понравилось, потому что не каждому такой выпадает шанс участвовать в таком мероприятии. Ну, было интересно, ну, на сцене так, ну, приятно находиться как-то. Немножко страшно, волнительно, но есть такое, ну, чувство чуда, что ли, какого-то. После горячего спаборництва, мастерства дефиле, прыгажости, вытонченности, харизматичности, жюри вызначилось с переможцами. У своих узростовых категориях перемогли гомельчане Злата Цедик, Лиса Соболева, Ганна Рабцева и Деяна Бобрик. По особной номинации для юнаков перемога так само у нашего земляка гомельчанина Игната Цвяткова. Марина Северьянова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».